Добрый день. Завершились встречи в рамках 19-го Восточно-Азиатского саммита, на котором по поручению президента я его представлял. И дискуссия показала, что западные наши коллеги, которые наряду с нами, с китайцами, с индийцами, являются партнерами АСЕАН, работают все-таки на подрыв многосторонней архитектуры и в сфере экономики, и в сфере безопасности, архитектуры, которая выстраивалась долгие десятилетия вокруг АСЕАН и которая, в общем-то, доказывала свою востребованность. Однако Соединенные Штаты и их союзники сейчас, очевидно, взяли курс на включение Азиатско-Тихоокеанского региона в зону интересов НАТО. Здесь создаются многочисленные, узкие, закрытые, подконтрольные американцам объединения военно-политической направленности. Это и тройка США, Япония, Корея, США, Япония, Филиппины. Есть такая Индо-Тихоокеанская четверка, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. И все это, конечно, не способствует коллективной работе, это все фрагментирует. Это общее пространство, причем разделяет его на своих и чужих. Обратили внимание на риски милитаризации региона в результате такой политики западных стран, риски для стабильности азиатской части нашего общего континента и для устойчивого развития. Мы, в свою очередь, подтвердили, что Россия неизменно поддерживает усилия стран АСЕАН, которые направлены на сохранение мира, обеспечение равноправного сотрудничества со всеми партнерами ассоциации. Запад же хочет сделать АСЕАН своим главным партнером, причем нацелить это партнерство против интересов России и Китая прежде всего. На таком независимом от политической конъюнктуры фундаменте, я имею в виду наши отношения с АСЕАН, мы уже более 3 десятилетия выстраиваем стратегическое взаимодействие с ассоциацией. В следующем году отмечаем 20-летие со дня проведения первого саммита России-АСЕАН и принятия на нем совместной декларации о развитом и всеобъемлющем партнерстве. Россия предпочитает линии на политизацию мероприятий в рамках восточно-азиатских саммитов, продвигать целый ряд инициатив в таких областях, как антипандемийное реагирование, контакты между людьми, включая туризм, поддержка волонтерства. То есть предлагаем практические сферы взаимодействия, которые полезны для всех участников и должны выстраиваться на основе равноправия и взаимной выгоды. На нынешней встрече предложили наладить сотрудничество в сфере развития удаленных территорий. Тема актуальна и для нас, и для многих стран АСЕАН. Кроме того, мы сформулировали и распространили на сегодняшнем заседании комплексные соображения по вопросам культурной и социальной взаимосвязанности. Они сейчас приобретают эти задачи особое значение на фоне распространения деструктивных идеологий, попыток размывания традиционных ценностей. Многие прозвучавшие в выступлениях асиановских коллег идеи по укреплению региональной архитектуры перекликаются с нашей известной инициативой формирования в Евразии архитектуры неделимой безопасности и равноправного развития. В этом году гостем ассоциации уже в третий раз на восточно-азиатских саммитах был генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, который выступил с очень позитивным предложением налаживания контактов между ШОС и АСЕАН в самых разных областях, которые актуальны для развития стран-участниц. И в целом было заметно, что ШОС и АСЕАН являются естественными партнерами не только в силу географического соседства, но и в силу твердой приверженности государств-членов обеих организаций принципам суверенного и взаимовыгодного сотрудничества на основе учета интересов друг друга. Мы приветствовали интерес отдельных стран АСЕАН к сближению с БРИКС. Это объединение выступает сегодня одной из несущих опор многополярного мироустройства
И предстоящий саммит БРИКС в Казани, буквально через несколько дней, будет, конечно же, международным событием мирового значения. Целый ряд стран АСЕАН были приглашены для участия в саммите, и эти приглашения приняты. И у нас нет сомнений, что те подходы, которые разрабатываются в рамках БРИКС к различным вопросам повестки дня, вполне могут быть интересны и участникам восточно-азиатских саммитов, в особенности странам-членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Вот, если коротко, такие мои впечатления. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, российские газеты. Сергей Викторович, Юрий Кагалов, «Российская газета». Могли бы вы рассказать, кто или что помешало принять итоговое заявление? Если коротко, итоговую декларацию не удалось принять из-за настойчивых попыток США, Японии, Кореи, Австралии, Новой Зеландии прежде всего придать этому документу сугубо политизированный характер, отойти от практики, которая уже многие десятилетия в рамках восточно-азиатских саммитов применяется, а именно не допускать насыщения деклараций какими-то геополитическими конфронтационными сюжетами. Декларации все последние годы излагали направление практического сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях, в гуманитарной сфере и так далее. И то, что попытка насытить вот эти программы работы, конечно же, являются контрпродуктивными, это очевидно для всех. В прошлом году мы приняли план действий восточно-азиатских саммитов, и в ходе нынешнего мероприятия мы внесли целый ряд практических соображений, которые нацелены на реализацию проектов в областях этим совместным планом предусмотренных. Запад методично блокировал все эти действия, требуя взамен, чтобы мы расписались во всех смертных грехах в связи с тем, что происходит на Украине, где США и их союзники спровоцировали госпереворот и с тех пор поддерживают действия преступного киевского режима. Вот в чем, наверное, главная причина. И страны АСЕАН прекрасно понимают, что это не способствует развитию сотрудничества в формате восточно-азиатских саммитов. Анастасия Домбицкая, «Коммерсант». Сергей Викторович, комментируя в июле итоги заседания министерского, которое проходило здесь, в Лаосе, Россия-АСЕАН, вы говорили, что АСЕАН поддержала идею и была признательна Москве за то, что Москва выступает за центральную роль АСЕАН в регионе. А за что Москва может быть признательна АСЕАН в контексте своих региональных проблем? За ту же самую центральную роль АСЕАН. Мы убеждены, что, отстаивая свою центральную роль, а это не просто делать в ситуации, когда АСЕАН пытаются расколоть наши западные коллеги, это отстаивать в этих условиях центральную роль АСЕАН требует, в общем-то, такой политической воли. Такая воля у стран ассоциации наблюдается. Пожалуйста, RT International. Дональд Корта, Rush Today. Сергей Викторович, незадолго до саммита новый премьер-министр Японии предложил создать азиатский аналог НАТО. По его словам, без этого объединения могут возникнуть новые конфликты в регионе. По вашему мнению, какие конфликты могут грозить этому региону и как можно их предотвратить? Любая милитаризация, любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу. Что касается конкретно Японии, то мы серьезно озабочены милитаризацией этой страны, вернее, ремилитаризацией этой страны, забыв об уроках Второй мировой войны. Японское руководство ведет курс на увеличение расходов на оборону, на модернизацию базовых доктринальных документов, в которые включаются концепция возможности нанесения превентивных ударов.
расширяется участие Японии в американских планах по созданию глобальной системы противоракетной обороны с возможностью размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования на японской территории. Ну и в целом Япония ведет дело к укреплению военного потенциала как в традиционных сферах, так и в сферах новых, это киберпространство, космос и другие области. Число военно-морских учений с участием США и других членов НАТО, кстати сказать, в которых Япония задействована, оно растет, и ведется работа по сопряжению вот этих узких блоковых форматов. Один из них – это Япония, Корея, Южная, Соединенные Штаты, и другой, который сейчас тоже складывается, это США, Япония, Филиппины. Ну и, разумеется, сегодня Япония открыто заявляет о готовности участвовать в совместных с американцами ядерных миссиях, заявляет о своем интересе подключиться к проекту «АУКУС», сопряженные с которым риски хорошо известны, и мы об этом регулярно говорим в МАГАТЭ. И в целом такой откровенный отказ от мирного развития страны, конечно же, не может не беспокоить. Это может, в общем-то, привести к демонтажу всей системы современного мироустройства, ее заменой на тот самый порядок, основанный на правилах, о котором сегодня премьер-министр Японии на заседании вновь пространно говорил. Ну и к такому курсу японцев активно и очевидно подталкивают Соединенные Штаты. Недавно посол США в Японии заявил, что США нацелены на создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе, цитирую, торгово-оборонительного совета из примерно 50 стран для того, чтобы экономически сдерживать Китай. То есть агрессия, конфронтационность привносится не только в сугубо военно-политическую сферу, но и в сферу экономики, препятствуя универсальным подходам к обеспечению инклюзивных форматов взаимовыгодного экономического взаимодействия. Илья Ермаков, агентство ТАСС. Вы уже упомянули об интересе стран АСЕАН к БРИКС, а здесь, на полях мероприятия АСЕАН, заявлял ли в этот раз кто-то из стран о своем интересе к присоединению к БРИКС? Ну, эта тема не обсуждалась на пленарных заседаниях, но, как я уже сказал, целый ряд стран АСЕАН приглашен на саммит в Казани 22-24 октября. Эти приглашения приняты, так что в Казани вы всех их увидите. Наталья Соловьева, Россия 24. Сергей Викторович, еще до начала саммита американская пресса писала о том, что США постараются сделать ключевым поводом для спора конфликт в Южно-Китайском море и конфликт на Украине. Получилось? Ну, попытка такая состоялась, никакого отклика эта попытка у членов АСЕАН не нашла. Участники от западной группы, включая, конечно, Японию, Новую Зеландию, Австралию, поддакивали американским тезисам, но, повторю еще раз, никакого практического эффекта это не возымело на данном мероприятии. Но то, что в реальной жизни Соединенные Штаты выстраивают военно-политические альянсы закрытого блокового характера, конечно же, это направлено на то, чтобы сдерживать и Китай, и Россию. Тема Южно-Китайского моря звучала достаточно часто в заявлениях участников. Но и сами китайцы, кстати сказать, китайский премьер Ли Цзян, который представлял Пекин на этом мероприятии, подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы все вопросы, которые возникают в связи с территориальными спорами в Южно-Китайском море, регулировались на основе международного права, прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и в рамках переговорного процесса, который между Китаем и АСЕАН
давно ведется, уже привел к двум заявлениям о тех принципах, на которых должна выстраиваться дальнейшая работа. И сейчас эта работа идет в направлении согласования кодекса поведения в Южно-Китайском море между Пекином и странами АСЕАН. Сергей Викторович, телеканал «Звезда», Наталья Жадькова. Вы уже упоминали о том, что... Не слышно. Погромче. Это не работает? Мне кажется, громко. Хорошо. Вы уже упоминали о том, что Вашингтон помешал принять итоговую декларацию. Тем не менее, действительно ли США продолжают использовать площадку Восточно-Азиатского саммита для того, чтобы развернуть, так сказать, эту площадку для своих интересов в качестве поля боя между Китаем и Россией? Не между Китаем и Россией, простите, а вот именно использовать эту площадку для того, чтобы вот так вот... Так и есть. И именно на эти цели направлены все те усилия, которые сейчас предпринимаются в рамках продвижения так называемого свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Этот лозунг, он парадоксален, учитывая, что все практические шаги Соединенных Штатов и их союзников как раз нацелены на то, чтобы закрываться от России, закрываться от Китая, перетягивать на свою сторону как можно больше членов АСЕАН. Вот Филиппины, в частности, активно обхаживают Вашингтон. То есть ни о каком открытом Индо-Тихоокеанском регионе, в той концепции, которой сейчас США руководствуются, речи, конечно же, не идет. И когда сегодня США и их союзники в один голос подтверждали приверженность центральной роли АСЕАН в развитии сотрудничества в этом регионе, они, конечно же, ну, говоря мягко, кривили душой, потому что все, что они делают, нацелено на сдерживание Китая и России, и в том числе в жертву этой задачи приносится все то, что было за долгие десятилетия накоплено в рамках АСЕАН-центричного формата, который был удобен всем, который учитывал интересы всех и каждого. Так что разрушительный характер действий Соединенных Штатов в этой части мира, он очевиден. Сергей Викторович, два дня назад посол... Он вообще не работает, вы можете без него говорить. Он для трансляции. Посол Украины в Турции два дня назад заявил, что по его информации в декабре, возможно, состоится все-таки конференция, мирная конференция по Украине. А России, как вы считаете, стоит реагировать на подобного рода забрасывание удочек? Или стоит, потому что в ноябре станут известны итоги выборов президента США? Спасибо. Ну, я не слежу за той информацией, которую периодически озвучивают украинские представители разного уровня. Нам это не интересно. Наша позиция предельно четко изложена президентом Российской Федерации 14 июня этого года на выступлении в Министерстве иностранных дел. Эта позиция последовательно реализуется на практике, и мы доведем дело до конца. Добрый день, Сергей Викторович, Алексей Петров, Вести. Европейская пресса продолжает комментировать тему Украины. Вот, в частности, итальянская «Корриере делла Сера» написала о том, что Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня по нынешней линии фронта при условии гарантии безопасности со стороны США и ускоренного вступления в Евросоюз. Как бы вы прокомментировали и сам факт появления таких публикаций, и их тональность и содержание? Ну, честно говоря, никак бы не прокомментировал, потому что ежедневно какие-то, как чертики из табакерки, выскакивают новости. Зеленский сегодня сказал одно, завтра он сказал другое, потом его поправила его администрация, или как там она называется, офис президента Украины. Бессмысленно за этим следить. Все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, когда что-то серьезное предлагается. Пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили.
Добрый день, Ксения Шакалова, информационное агентство «Спутник». Сергей Викторович, согласно официальным заявлениям, парламент Ирана всерьез рассматривает возможность выхода страны из договора о нераспространении ядерного оружия в ожидании возможного ответного ракетного удара Израиля. Считаете ли вы, что в случае выхода Ирана из этого договора следующим шагом может стать создание ядерного оружия этой страной? И как вы оцениваете шансы на успех международных игроков убедить Израиль не наносить новый ракетный удар, Израиль не наносить новый ракетный удар по Ирану? Спасибо. У нас тут, по-моему, 4 сослагательных наклонения. Если произойдет что-то, если реакция на это что-то будет такой. Знаете, мы предпочитаем руководствоваться фактами, как я уже сказал, отвечая на предыдущий вопрос. Практически во всех странах есть политические деятели, парламентарии, которые высказывают позиции, не отражающие практическую стратегию и практическую линию своих правительств. Мы много раз видели тому примеры. Что касается реального положения дел, то МАГАТЭ, которое контролирует ядерную программу Ирана, контролирует достаточно плотно, не видит никаких признаков того, что Иран начал эту ядерную программу переводить в военное русло. И такого рода доклады МАГАТЭ регулярно представляет Совету управляющих. Мы исходим из этих профессиональных оценок. Но, конечно же, если будут реализованы планы или угрозы атаки на мирные ядерные объекты Исламской Республики Иран, это будет очень серьезная провокация. Спасибо большое.